Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Ленка, спасибо тебе большое, что приютила. Ты даже не представляешь, как много для меня это значит. Да не парься. Живи сколько хочешь. А помнишь, как в детстве? Бегали ночевать друг к дружке. Точно. Так, ну вот. Ваша ложа готова. Милости прошу. А ты знаешь, у меня нет ничего из одежды. Не проблема. Вот. Бери все, что хочешь. Болит что-то? Рана? Нет. Просто такое чувство странное внутри. То ли радостно, то ли страшно. Ты вообще с ним не собираешься говорить? О чем? Располагайся. Вызываемый абонент временно недоступен. Вот значит, как ты со мной. Значит, вас интересует кредит для бизнеса? Да. Я хочу открыть свою студию флористики. Угу. Вы не указали никакого имущества. У вас есть квартира? А, нет. Нет, мы с мужем живем на съемной. Может быть, у ваших родителей есть какое-нибудь ликвидное имущество? Дом, дача, земельный участок? Нет. Мои родители, их давно нет. Понимаю, но кто-то же должен выступить поручителем. Может быть, муж или его родственники. А можно обойтись вообще без мужа? В вашем случае без поручителя банк вам откажет. Сумма кредита крупная. А еще, если вы просрочите, то пеня будет большая. Ну да, я понимаю. Скажите, если... Ну вот, я не смогу заплатить по кредиту. Тогда что? В таком случае банк имеет право забрать ваш бизнес. Имущество будет распродано, но это покроет лишь часть суммы. Остальное вам придется выплачивать самостоятельно. Поэтому вы должны быть абсолютно уверены в своих силах. И, кстати, обязательным условием является страхование вашего бизнеса. Сумма страховки входит в кредит. Вот графики выплат. Простите, а это за месяц? Да. Вы знаете, мне надо подумать. Конечно. Извините.
Я согласна. Послушайте, у вас нет работы, нет имущества. Для банка вы неблагонадежны. Я, конечно, могу отправить документы на рассмотрение, но без поручителя шансов почти нет. Отправляйте. Серег, ну долгони. Я вернусь через пару дней. Да знаю твои пару дней. Да я клянусь, вернусь, Серега. Слушай, отцепись. Найди себе работу. Да пошел ты. Алло. София Кузьмина? Да, но... Это Тихонов. Скажите на милость, ну куда вы так неожиданно исчезли? Ну я... Ну ладно, ладно. Не утруждайтесь, это ведь ваше личное дело. Ну вы ведь должны приехать сюда и забрать свою... Выписку. Хорошо. Уехала, значит, тварь. Так и бросила меня. Алло, да. Да, это я. Я поняла, спасибо, до свидания. Не помешаю? Ой, здравствуйте. Нет, конечно. Соня, как вы себя чувствуете? Ничего, уже лучше. Меня вот выписали. Как ваш отец? Вы знаете, состояние стабильное, но говорят врачи об этом без особого энтузиазма. Ты понимаешь, что это значит. А вы на отдых собираетесь поехать? А, нет, это буклет из банка. Помните, я вам рассказывала про свою мечту? Да, конечно. Студия флористики. Да. Я хотела взять кредит, но мне отказали. Ну, сказали, что я неблагонадежна без поручителя. Позвольте, я гляну? Да. Вот они погорячились, конечно. Сволочи. Кредиторы? Кредиторы набросились на нас, как стервятники. Мам, у нас уже есть решение всех проблем. Нам повезло, что старый дурак загремел в больницу. Егор так трясется сейчас за здоровье своего папаши, что наконец-то перестал выпендриваться. Ну, ты хорошо обработала Сорокина, а он Егора. Но нам нужно выиграть время. Я хочу, чтобы ты организовала прием в нашем офисе для наших партнеров. Сейчас? Когда наш бизнес трещит по швам? Да, именно сейчас. Мы должны всем показать, что у нас все хорошо. Ну, хочешь, я банк ограблю за тебя? Лен, вот вообще не смешно. Ну, не злись, я просто хочу тебя как-то подбодрить. Да я не злюсь. Знаешь, ты была права. Ну, у меня нет шансов открыть свое дело. Видимо, у меня судьба такая – сидеть в задрипанном офисе и прислуживать мужу. Идея есть. Давай напьемся. Так, чтоб до поросячьего визга.
Хочешь, как на выпускной? Чё-то я не помню. Вот именно, что не помнишь. Не, ну чего, ну давай, пойдем, посидим. Алло, да. Да, это я. Что? Да, конечно, я сейчас приеду, я могу. Хорошо, спасибо. До свидания. Что? Что? Нет, да, мне кредит одобрили. Да ладно? Да. А как это вообще понимать? Я не знаю, я сама не понимаю. Осталась чистая формальность. Оформить страховку и подписать все бумаги. И все, кредит ваш. Не забывайте только вовремя вносить платежи, иначе пеня будет серьезная. Угу. Да, я поняла. Попрошу ваш автограф здесь и вот здесь. Ага. А, скажите, а я не понимаю, почему банк вдруг одобрил кредит? А у вас появился поручитель. Поручитель? А кто? Егор Сорокин. Компания его отца, давний клиент вашего банка. Вам повезло. Я тоже хотел бы иметь таких влиятельных друзей. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас поблагодарить. Спасибо большое, что за меня поручились. Мне дали кредит. Ну, сказать честно, это было несложно. Только я не понимаю, а зачем вам это? Мне нравится, что вы верите в себя и делаете то, что считаете правильным. Да. Только вы говорили, муж против вашей идеи. Он что, передумал? Нет. Это я передумала и ушла от него. Егор, привет. Ой, а я решила сделать тебе сюрприз. Как насчет? У меня вообще-то много работы. Так, отказы я не принимаю. Мы будем праздновать наши планы на будущее. А кто эта девушка на рисунке? Я не знаю, это старый рисунок случайно в столе нашел. Угу. Миленькая. Ну что ж, давай о наших планах. Я хочу, чтобы мы объявили о нашей свадьбе. В смысле? Ну, в смысле. Устроим банкет, позовем гостей и сделаем официальную помолвку. Помолвку? Ты серьезно? Ну, по мне так помолвка – это какой-то пережиток прошлого. А мне так не кажется. Это очень важно для меня. И к тому же, ой, это была идея твоего отца. А его сейчас что? Правильно, нельзя расстраивать. Нужно только радовать. И еще, я хочу, чтобы ты переехал жить ко мне. Давай решим этот вопрос уже после помолвки. Хорошо, как скажешь. Скажу я вам, что помещение для вашего цветочного магазина... Студия флористики. Найти было очень непросто, учитывая ваш бюджет. За эти деньги вам лучше никто не предложит. Ну, я понимаю. Помещение пустовало пару лет, так что, сами понимаете, это не Букингемский дворец. Посмотрим. Ну, что думаете? Ну, как вы и сказали, выбор у меня небольшой. Тогда подпишем документы.
Здравствуйте, вам доставка. Да-да, заносите. Нужно развернуть лицом к двери. Да, и ближе ко мне, гораздо ближе. И сюда, правее. Аккуратно. Осторожно. Не разбили? Нет. Все, спасибо вам большое. До свидания. Так, ну что, диван будет для отдыха. Угу. А там я хочу поставить кассовый аппарат. И вообще хочу разделить на две зоны. Здесь отдых, там работа. Ну, и хорошо. Так, налетай. О, я такая голодная. Я знала. Ну и денек. Слушай, а может быть тебе стиль поменять? Вам удобно? Угу. Угу. Да, и еще мне нужно будет 100 роз. Красных. Да, красных. Угу. И, пожалуйста, не подведите меня. Я буду часто у вас заказывать. Хорошо. Да, спасибо. До свидания. Да, в жизни не подумала бы, что ты можешь это все сама потянуть. Да, я и сама не верила. Слушай, здесь так красиво, и ты такая красивая, ну прям бизнес-леди. Все благодаря тебе. Перестань, это ты мне дала понять, что не стоит бояться своих желаний. Знаешь, наш врач Тихонов сказал, что в медицинском добор. Так. Я решила попробовать. Ленка, ты молодец. У тебя обязательно получится. А знаешь, что самое главное? Верить в себя. Я совсем забыла. У меня для тебя сюрприз. Честь открытия. Ленка. Ух ты. Как красиво. Это на счастье. Спасибо. Так, время. Готово? Да. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Студия флористики объявляется открытой! Мы поздравляем! Ну, никто не говорил, что сразу толпами повалят. Мы, кстати, собираемся устроить прием, да? На котором торжественно объявим о нашей помолвке. Ну, наконец-то! Слава Богу, я очень рад. Вот видишь, я же говорила, что твоему папе понравится. Ой, извините, пожалуйста, я назвала вас папой. Хотя, привыкайте. Я думаю, что нужно подождать, пока отца не выпишут. Егор. Нет, думаю, что вам очень долго придется ждать. Пока что мне даже вставать не разрешают. Говорят, нужен полный покой и постоянное наблюдение, и потом вот эта штука. Без нее пока что никак. Так что давайте не оттягивайте с помолвкой. Ваше счастье для меня – это лучшее лекарство. Соль, ты? Да, да, я. Готовишься к экзаменам? Мозги закипают. Да. Ого! Я смотрю, ты решительно настроена. Беру пример с тебя. Ленка. А? Ты же знаешь, что я тебя очень сильно люблю. Так, что ты натворила? Я сняла себе квартиру.
Я знаю, что ты меня не гонишь, но я же должна как-то начинать строить свою новую жизнь. Соня, ты у меня самая умная. А значит, делаешь все правильно. Ленка. Ты умничка. Егор, привет. Там мама попросила передать... А ты что, решила вернуться к рисованию? Я всегда этого хотел. А тебе не кажется, что это пустая трата времени? Нет, ну, если тебе так нравится, то я рада. Очень красиво. Антонио, а че ты не здороваешься? Где твоя вежливость, а? Привет. Как-то я не узнал. А не узнал, так это хорошо. Это ж хорошо. Ну что, богатым буду, да? А? Че завис? Включи режим перезагрузки, где мои деньги? Я сейчас на мели, но я обязательно... Не-не-не-не-не-не. Это больше не работает. У меня проблема, Антонио, большая проблема. Понимаешь, как, вот как болезнь. У меня аллергия. Аллергия на людей, которые забирают у меня деньги и потом не отдают. И я, Антонио, просто заверею. Хочешь, покажу? Не нужно, я все верну. Мне просто нужно чуть времени. А, чуть? Ну, чуть-то можно. Если я еще раз слышу твои отговорки. Да я понял, понял. Погоди, погоди, слушай, а ты какой дерешь, а? Напомню, 32, да? Точно, 32. А теперь я не забуду. Привет. Ты чего такой дерганый? Ты мне можешь его? Нет, денег не дам, даже не проси. Так я же в долг. Слушай, ты должен половине района, не собираюсь пополнять их ряды. Ну что ж вы все так сразу, а? Слушай, а это правда, что у тебя жена ушла? Типа того. Погулять вышла. А-а-а. Ничего, прижмет, вернется. Долго собираешься ждать? Она, кстати, неплохо поднялась на этих своих цветочках. Каких еще цветочках? Егор, здравствуйте. Здравствуйте, Соня. Как вы меня нашли? Собственно, быстро и легко. Я вас поздравляю, ваше гнездышко на всех интернет-порталах. Отличные новости. Значит, клиентов будет больше. Ну что же, впечатляет? Как успехи? Пока не очень. Ну, люди в основном приходят за цветами, букетами, а основной доход – это, конечно, украшение крупных мероприятий. Но таких клиентов у меня пока нет. Но позитивный настрой остался? На месте. Ну, конечно, если не думать, что скоро платить за кредит и аренду. А вы знаете, у меня к вам сразу два дела. Да. Первое, мне нужен букет. Посоветуете? Да, конечно. Для кого? Для одной красивой девушки. А что за девушка? Боюсь, что не могу вам этого сказать. А, нет, я не в этом смысле. Мне нужно понимать, какой букет подобрать. Эта девушка очень умная и очень красивая. Я думаю, вам этого будет достаточно для выбора букета. Хорошо, сейчас... А, вот. Я думаю, что этот букет подойдет. Ну что же, вполне. А, нет, Егор, я не возьму с вас денег. Так, я настаиваю. Вы и так мне очень помогли. Я настаиваю. Это вам? Мне? Ну да. Я же сказал, для умной и красивой девушки. Я думал, вы поймете, что я у вас. Спасибо. Ну, как вам?
шикарный букет. Вот знаете, сразу видно, что помогал вам профессионал. Вы знаете, я тоже заметил. А может быть, чаю хотите? Пойдемте, пойдемте. Присаживайтесь. Вы говорили, у вас ко мне два дела. А какое второе? Ах да, второе. Мои деловые партнеры устраивают что-то вроде приема в офисе. И хотели бы украсить зал цветами. Что скажете? А зал большой? Достаточно. Ну, что скажете? Так, мне не хватит цветов. Значит, нужно заказать еще. А для этого мне нужно... Для этого вам нужно просто сказать «да». Соня, я верю в вас. Да. Отлично. Вы знаете, мне, к сожалению, нужно бежать. Я оставлю вам свою визитку. И всю информацию скину на почту. Спасибо. До свидания. До свидания. Егор, спасибо вам за букет. Не за что. Я был рад вас видеть, Соня. И за заказ. И за заказ. А вы что-то забыли? А мне когда сказали, я не поверил. А тут вот оно как. Что тебе нужно? Преобразилась все. Новые шмотки, прическа. Уходи, я тебя прошу. Значит, все-таки открылась, да? За моей спиной. Это мое личное дело. Ох, вот как ты заговорила. Хочешь в шоколаде жить и со мной не делиться? Я ничего тебе не должна. Ты жена моя. А значит, должна. Да, не густо. Хочешь, чтобы я нажала тревожную кнопку? Ну, привет, полиции. Что? Что мне будет? Ты сказал, что это полиция. А кто? Те, кто отвечает за мое спокойствие. Врешь. Не веришь, можешь сам нажать. Ну ладно, птичка. Хочешь немного полетать, полетай. Только смотри, не упади. Мне ваше лицо показалось знакомым. Где я могла вас видеть? Мне кажется, мы с вами не встречались. Я Соня. Кристина Анатольевна. Это мой офис. А вы флористка, значит, да? Да. Мне вас советовали. Надеюсь, что не зря. И что, это все не завянет до вечера? Конечно, нет. И этого хватит такого большого зала? А это не все. Остальное со склада привезут, просто чуть позже. Угу. Какие розы. Да, только не трогайте осторожно. Я очень люблю розы. Да,
С виду розы безобидные, но у них есть шипы. Так что, если не знаете как, лучше не трогать. Их можно обрезать, чтобы они не мешали. Но тогда это не будет роза. Вам виднее. Вы же у нас флористка. Надеюсь, со своей работой вы справитесь на отлично. Или я вам не завидую. Удачи. Да. А я не завидую твоему парню. Если, конечно, он у тебя есть. Алло. Алло, это Ставка. Кто? Что? Кто это? Сергеев, цветы, доставка. А, да, я поняла. Здравствуйте. А вы где? Мы вас ждем. Вы подъехали? Я в другом городе. В огороде? В каком огороде? Я в другом городе. Ваши цветы на складе. Меня слышно? У нас кладка. Какая кладка? Не кладка. Тут плохая связь. Алло, накладка. Я не понимаю, во сколько вы будете, скажите мне. Алло. Что же это такое? Если... Нет. Так. Здравствуйте. Егор. Решил приехать пораньше, посмотреть, как вы тут. Отвратительно. Катастрофа. Мне не привезли цветы со склада. Там произошла какая-то накладка, и водитель в другом городе, у него сломалась машина. Так, и что, они никак не могут привезти цветы сегодня? Нет, там на складе только сторож. И у них ни рабочих, ни транспорта, никого нет. Я еще дозвониться не могу. Так, спокойствие. Спокойствие. Сейчас я что-нибудь придумаю. Да что тут придумаешь? Уже все, я провалила заказ. Мне не заплатят, я не заплачу за кредит, я не заплачу за студию. Или же мы с вами сами едем на склад и сами забираем цветы. Здесь, кстати, на парковке есть микроавтобус, я могу договориться. Егор, если мы сделаем это быстро, тогда мы успеем. Для начала вы должны отпустить меня. Ой. Ну что, поехали? Да. Егор, и опять вы меня спасаете. Соня, мне это уже начинает нравиться. Ой, закрыто. Так, что случилось? Я сумку забыла. Да не переживайте, никто ее не украдет. Нет, там накладные на цветы. Ну, черт, а вернуться мы уже не успеваем. Mm-mm. Может быть, без накладных попробуем, а? Ну, конечно. Они мне поверят и отдадут цветы на огромную сумму. Соня, попробуйте еще раз поставщику позвонить. А, телефон тоже там. Соня, вы прекрасны. Ну, почему со мной всегда так? Что теперь делать? У меня есть идея. Пойдемте. Давайте. Получается воровство. И совсем это не воровство. У вас есть все накладные, вы заплатили за эти цветы. Потом все объясните поставщику. Что мы это делаем? Главное не останавливаться. Давайте ко мне.
Аккуратно. 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 Ну что, видите их? Да. Вот мои цветы. Точно они? Проверьте по накладной. Да, это они. Они? Да. Так, 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 аккуратно. Так, Соня, теперь осталось последнее. Пойдем. Пойдемте. И вообще, после всего пережитого, предлагаю перейти на «ты». Давай. Что же, вы хорошо сделали свое дело, Соня. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо. Знаете, у меня есть для вас еще одна работа. Давайте завтра в 9 у меня дома обсудим все подробности. Спасибо. Договорились? Да, до завтра. До свидания. Одну минуточку. Да, конечно. Так вот, я... Пойдем, я хочу тебя кое с кем познакомить. Собраться, поговорить. Надеюсь, никто не скучает? Ну что вы, я обожаю все ваши мероприятия. Я рада. Дела идут в гору, это значит, есть хороший повод отпраздновать. Знакомьтесь, Егор Сорокин, жених моей дочери, мой будущий зять. Здравствуйте. Егор Сорокин? Я знаю вашего отца. Здесь все знают вашего отца. Я слышал, он в больнице. Что с ним? Да, сердце. Такой удар. Мы все молимся за его выздоровление. Постойте, так что же это получается, что ваша дочь и Егор? Пам-пам-парам-пам. Да, вы угадали. Так, друзья, здесь кто-то хочет захватить весь рынок. Не волнуйтесь, мы оставим для вас немного места. Извините. Уже уходишь? А, да, моя работа окончена. А можно составить тебе компанию? Признаться, это мероприятие меня уже порядком утомило. Заодно отпразднуем успешно выполненную работу. Я знаю, здесь неподалеку готовят очень хороший глинтвейн. Ну что ж, пойдем. Пойдем? Я только сейчас начинаю осознавать, что вообще могло с нами случиться. Этот сторож, он же был вот прям в паре метрах от нас. Да, если бы он нас увидел. Что бы мы тогда делали, а? А вообще-то у меня был план «Б». Интересно, какой? Пожалуйста, пожалуйста, отпустите нас! А я вдруг вспомнил, как мы с тобой сидели в машине перед больницей, и ты рассказала мне о своей мечте. Да. Мне кажется, это было 100 лет назад. Да. Тогда ты боялась даже подумать о каких-либо изменениях. А теперь? Ты посмотри на себя теперь. Какая ты стала? Ты мне очень в этом помог. Нет, да. Я здесь ни при чем. Это все твои силы и упорство делать то, что ты считаешь нужным. Я тебе скажу, что мало у кого хватает на это сил.
так говоришь, как будто бы имеешь в виду себя. Да нет, просто мысли вслух. Здесь такое красивое место. Да, мы с детства с мамой здесь очень любили бывать. С мамой? А папа? Бросил нас, когда мне исполнилось 8 лет, так что мне очень рано пришлось повзрослеть. Тебе, наверное, было тяжело? Гораздо тяжелее мне было, когда он пытался сделать видимость того, что думает обо мне. Как-то в один из моих дней рождения отец прислал своего охранника с подарком. Это была огромная машина на радиоуправлении, и все в ней светилось, блестело, пищало, словом, лучшего подарка для пацана и представить невозможно. Но как только охранник уехал, я взял эту машину и выбросил ее в окно. Мне нужен был отец, а не его подарки. Ну а сейчас? Сейчас вы общаетесь? Когда я закончил школу, он как будто понял, что был неправ и много сделал для меня. Помог получить образование в Лондоне, подключил к бизнесу. Ну, то есть ты его простил? Я люблю его. Люблю. Но простить, наверное, не смогу никогда. Он даже не понимает этого. Но кое-что я знаю точно. Когда-нибудь у меня обязательно будет ребенок, и я не позволю ему расти без отца. Опаздываю. Мне пора бежать. Так и я тоже опаздываю. Отвернись. Давай ты отвернись. Я первая. Ну хорошо, давай только быстро. У вас очень красивый дом. А к какому событию вы хотите украсить? Помолвка. Поздравляю. Мой жених опаздывает, я думаю, без него начнем. Хорошо. Проходите. К этой я записала. А мы можем вынести мебель? Да. Отлично. Тогда здесь поставим столы. Угу. Будут белые орхидеи, будет очень красиво. Здесь розы, 5 сортов, около 1000 штук с переливом от красного к желтому. Здесь, значит, вазы. В углах будут стоять вазы высокие, красивые, изящные. В них цветочная композиция ассорти. А здесь сделаем монограмму из заглавных букв ваших имен. Угу. Все будет из цветов. Интересно. Особенно идея с буквами. А, кстати, какие у вас буквы? Просто иногда бывает сочетание не очень. У нас очень красивые буквы. К и Е. Превосходно. К и Е как символ вашей любви.
4 вазы будет достаточно. Угу. Извините, я опоздал. А вот и мой жених. Знакомьтесь, это Егор.